Мероприятие приурочили к 75-й годовщине контрнаступления советских войск под Москвой в 1941 году. Мемориал – это 16-метровая стела с изображениями русских полководцев разных эпох в обрамлении гербов городов воинской славы. По поручению главы муниципального образования город-курорт Анапы Сергея Павловича Сергеева я возглавил делегацию от города воинской славы Анапа для участия в открытии стелы городов воинской славы, в состав которых входит 45 муниципальных образований. А география данных городов воинской славы довольно-таки обширна. Это от Хабаровска до Малгобека и от Полярного до Феодосии. На численность населения объединяющих этих городов воинской славы составляет 9 миллионов человек. В том числе это 4 миллиона молодежи. Это говорит о многом, потому что задача перед городами воинской славы, союза городов воинской славы, стоит прежде всего, самое главное, это военно-патриотическое воспитание молодежи и сохранение военно-исторического наследия. Анапа стала городом воинской славы 5 мая 2011 года. Как сказано в президентском указе, за мужество, стойкость и массовый героизм, проявленные защитниками города в борьбе за свободу, независимость Отечества. Сегодня горожане активно участвуют во всех патриотических мероприятиях, чтобы сохранить память о героических событиях былых времен, а также о героях, отдавших жизнь на Анапской земле во время русско-турецкой и Великой Отечественной войн.